Транспортная компания, обслуживающая маршруты номер 17, 27 и 29 в Петрозаводске, собирается повысить стоимость проезда на 4 рубля с 26 апреля. Об этом она уведомила городскую администрацию, которая уже обратилась в УФАС с требованием провести проверку. Напомним, 10 апреля также до 37 рублей вырос проезд в маршрутках номер 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21 и 22. Это решение перевозчиков вызвало бурю негодования со стороны местных жителей.